Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами посмотрим на историю Friday Night Funkin'. Я, ребята, сам не знаю, что здесь будет в этой истории, поэтому вместе с вами давайте сейчас посмотрим, что же это за история такая. Перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы давайте будем начинать. Это у нас, ребята, кафе, видимо, где все тусуются, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Ой. Ага, здесь они вот так вот у нас выглядят. Ого, это же с аниме, ребят. Нифига себе, вы посмотрите. Это же Уайти и... как он, Бакуга, что ли, его зовут, ребят? Кто знает, кто это аниме смотрел, напишите обязательно. Это я без понятия, кто это. Это кто, ребят, напишите в комментариях. Ничего себе, вот это прикол. Эта мышка так поет. О, мама, папа, получается, смотрите. Бойфренд, бип. Говорит, а тут кто у нас? Girlfriend. Это так романтично. Ничего себе, ребят. О, смотри, тут всякие пасхалки еще в виде картинок. Ой, а это кто, ребят? Это я не знаю, вот это кто. О, тут еще, смотрите, беконы сидят. Сутард дед. А, маленький, типа, сын и отец, скорее всего. Ладно, давайте посмотрим, что будет дальше. Скорее всего, тут диалог у нас будет у girlfriend, да? Буби-бу-буб. Ох, может быть, сходим в парк? Отличная идея. Ну, давай посмотрим, как они пойдут в парк. У меня, кстати, такая штука есть, чтобы быстрее двигаться. Ага, вот они пошли. Мне так нравится проводить с тобой время. Бип-бу-би-би-бип. Так, а тут у нас больше ничего не происходит, да? Окей, давайте посмотрим, что тут у нас дальше будет. Так, они ушли. Ага, теперь мама с папой разговаривают, смотрите. Мы с тобой забатлимся или как? И отец говорит: да подожди ты, мне не нравится этот парень, куда они пошли? Ага, отец, значит, вот, смотри, вот они уходят, да? Да, ребят, ничего себе, а отцу не понравился бойфренд, да? Ну-ка, 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 что там мама молчит, а папа говорит? Ну, что он тут говорит? А, нет, у меня есть... А, ну типа, нет, мы не будем с тобой батлиться, у меня есть идея. Достает бумажку, смотрите, вот бумажка реально какая-то лежит. А бойфренд с girlfriend уходят. Ну-ка, 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 что тут дальше будет? Так, он... А, подожди-ка, чего? Он кинул эту бумажку Уайти? Ну-ка, или Уити, ребят, как правильно, Уайти или Уити? Как правильно? Вот, смотрите, прям в лицо ему закинул. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а тут у нас... Ага, он типа улыбается такой. Хе-хе-хе-хе. И, ну-ка, что тут написано? Там написано, я буду драться с тобой. Смотрите, каракули какие-то. Ага, и там, наверное, типа якобы это от этого, от бойфренда, ребят. Ну-ка, подождите-ка, там реально от бойфренда было написано? Так, ну типа он читает. Нет, ну давайте посмотрим. Мы... Так, чего? Тем временем, а, подожди, это типа рассказчик, ребят. Сегодня прекрасный день для нашей любви. И этот бип-боп, бип-боп, бип-бип-бип. И сейчас, наверное, Уити придет. Опа, что это происходит? Скобап. Я начинаю уставать, давай, может быть, отдохнем? Это girlfriend говорит бойфренду, да? Ну, давайте посмотрим. О, чего? Смотри, тут Уити стоит такой гопник. Прям, я тебе еще отдам бомбочкой. А это его друган, да? Ну, типа, я не знаю, ребят. Это отсылочка к аниме Геройская Академия. Кто смотрел, напишите в комментариях. Продолжаем дальше. Бакуга. Вот он. Реально, это Бакуга, я правильно понял. Эти такие стоят, ничего не понимают. И стоит Уити. Видимо, сейчас будет реально батл, ребята. Давайте вот так ускоряемся. И чего? Ничего себе! Ребята, они поколотили бойфренда. О май гад! Я срочно звоню в госпиталь, в больницу. Ну блин, жалко, жалко, жалко. И это все устроил, ребята, этот, как его, отец, girlfriend. Так, спасибо за лайки. Тем временем вторая часть. Подожди, а, нет, вот вторая часть же, да? Ага, это в госпитале. Это госпиталь. Угу. Так, girlfriend сидит, ребята, ждет. Хоть бы все было хорошо с бойфрендом. И его здесь нет, да? Отлично, идем дальше. Так, это кто? А, какая-то... Эй, girlfriend! Тебя хочет увидеть бойфренд!
Ага, это получается просто медсестра, ребят. Хорошо, движемся дальше. О, вот он лежит. Он будет в порядке? Он умрет. Все его кости сломлены, раздроблены. Ничего себе, подожди-ка, в смысле? И girlfriend плачет, ребят, а это улыбается. Подожди, неужели это тоже замысел отца girlfriend? Чье, Шрек? Шрек? Вставай, бойфренд. Бойфренд лежит. Это он в коме, да? И он видит сон, ребята. И там присутствует Шрек. Ха-ха. Вставай, я сказал. Бип, бип. А он лежит, не хочет вставать. Ну-ка, подождите-ка, что вообще происходит? Бип-бу-бип-бип-бип-бип. И перевод. Где я? Кто ты такой? Я Шрек. И это я у тебя в голове. Ха-ха. Ну, он, походу, Шрека пересмотрелся. Зачем тогда спрашивать, кто? Бу-бип-бип-буп. В моей голове? В моем разуме? Да, я всего лишь в твоем разуме. Ничего себе, наверное, Шрек его вытащит. Бэп-скуп, это круто. Я знаю, но тебе нужно отсюда выбраться. Ну, давайте посмотрим, как он будет отсюда выбираться. Буп-бабип, выбраться? А зачем? Нет времени объяснять. Есть телепорт, который отправит тебя в реальный мир. Ну, хорошо. Ого! Они телепортировались куда-то. Бип? Кто это? Что происходит? Давай же, мы должны двигаться дальше. Хорошо, давайте посмотрим. Ага, подожди, что это такое? Опаньки. Привет, король Клитус. Что? Какой король? Король Клитус. Привет, лорд Шрек. Привет, бойфренд. Что происходит? Что это такое? Клитус и я расскажем тебе, почему ты здесь. Реально? Да, ты маленький идиот. В смысле? Это они так называют бойфренда, что ли? И бойфренд молчит. Бойфренд, слушай короля. Мы поможем победить тебе человека-бомбу. И его аниме-друга, который поломали все твои кости. Ничего себе, они хотят все объединиться, что ли? Но тебе нужно знать что-то еще. Бойфренд уже такой, что надо знать? Это все затеял отец-герлфренд. Они рассказали правду, ребята, они рассказали правду. Шрек молчит и... Бу-би-би-би-би-ба-би-бип. Этого не может быть! Мне нужно срочно вернуться домой! Моя girlfriend в опасности. Ну-ка, окей. Чтобы вернуться обратно, тебе нужно выполнить одно задание. Какое задание? Тебе нужно найти моих друзей. Король Клинтус говорит, ребята, ну-ка, опа. Ого. Тебе нужно найти. Ага, вот их надо найти, что ли. Кейдена и Темприста. Ничего себе, ребят, вот эта история. Так. Шрек молчит, ага. Шрек поможет тебе в поисках. Но когда вы их найдете, возвращайтесь обратно. Ну, давайте-ка посмотрим, как они будут искать этих друзей. А где их искать, я не знаю. Шрек знает. Так что он поможет тебе в поисках. Да, и у вас есть всего лишь один день на поиски. Ничего себе, ребята. Вот это, конечно, жесть. Время не ждет, нам надо срочно отправляться на поиски. Ты умрешь. Ты умрешь. В смысле? Так, а... To be continue. Ребята, новый часть. Надо ждать. Да вы серьезно? Капец. И вот каждую историю надо ждать, ребята. Это у нас третья часть. Получается, здесь две части всего лишь, да? И нам надо ждать третью часть и посмотреть, что же будет на самом деле дальше. Капец, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока.